Бюджетний комітет під вечір почав розглядати проєкт держбюджету на наступний рік. В опозиції вже підготували понад 20 поправок. Депутати пропонують істотно збільшити прожитковий мінімум та зарплати. І наголошують, що якщо до пропозиції опозиціонерів не дослухаються, проєкт головного кошторису країни вони не підтримають. Мы четко показали, обосновали, где взять дополнительно в бюджет на 2020 год 280 миллиардов гривен и как эти деньги использовать для того, чтобы обеспечить людям минимальную пенсию на уровне 4,5 тысяч гривен, а прожиточный минимум на уровне 5600 гривен до конца 2020 года. Мы подготовили полностью программу, как провести индексацию всей шкалы пенсий и заработных плат, как сегодня можно поддержать наших врачей, учителей, бюджетную сферу, как отменив пенсионную реформу и вернув коэффициент, вернув стаж выхода людей на пенсию, пенсионный возраст женщинам, можно проиндексировать все пенсии. Мы подготовили программу, как выплатить пенсии людям, проживающим сегодня на неконтролируемой территории. Мы имеем инсайдерскую информацию, то наши предложения при подготовке к первому чтению бюджета не учтены. Если так произойдет, конечно, команда оппозиционной платформы «За жизнь» не будет поддерживать проект бюджета правительства, где минимальная пенсия на уровне 65 долларов, зарплата минимальная там на уровне что-то 130 долларов.